А теперь я вам покажу, как это все действует в работе. Спускаем генератор тока в гидролизной газе. Опа, опа. Я с бензином. Нам сейчас хуёво читать по поводу. Давай. Тебе пироль сможет уже. Надо мультиметр нагрузку померить. Сейчас он мультиметр принесет нагрузку за движение. Справили, значит, что? Проводом сейчас нагрузка есть. Что там друг другу полюбовники они? Давай другой провод. Настя, проверь показания. Вон в тот вот воткните болгарку какую-нибудь. Болгаркой щелкни. Сань, там сажищ не летит. Thank you.
Да, блядь! Просто он делает, сука! Пробиты. Дай гвоздику. Пощиплет чуть-чуть. Пощиплет, конечно. Блядь, все железки от него нахуй. Да, меня, блядь, с меня щипание, вот, блядь, беги нахуй сразу. Прям в лузгу зарываемся сразу все. Давай, заводи. Капли дороже ты чуть-чуть. Причем болгарку какую-нибудь подкинуть. Она
на сколько мощности написано? Вон. 3,2 ампера. 710 ватт. Yeah.